Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова, и сегодня покажу два способа, с помощью которых можно легко и просто заточить ножницы. Затачиваю ножницы при помощи фольги. Фольгу сворачиваю в несколько раз и расстригаю кусочек фольги ножницами. Ножницы стали значительно острее. Во втором способе ножницы сделают острыми обычная иголка. Беру иголку потолще и делаю вот такие вот движения. Ножницы отлично затачиваются. Я думаю, что этот секрет знают многие швеи. Поэтому, друзья, берите советы на заметку. Они проверены временем и они 100% работают. Всем спасибо за просмотр.